После инспекционной поездки главы города Николая Гречишникова по городским кладбищам в администрации города активизировали работу по наведению порядка на всех трех лобнинских погостах. Первоочередная задача – установка по границе Киевского кладбища ограждения. Идут работы по установке 227-метрового фасадного ограждения. Объявлен аукцион на вторую очередь изготовления и установки уже 195-метрового бокового ограждения. Дальше там продолжим работы по благоустройству. Это пешеходные дорожки, которые между могилами, центральные пешеходные дорожки, будем обязательно это делать. Кроме этого, вот наша задумка по часовенькам тоже получается, вроде сейчас и должно быть на Луговой. Мы ведем переговоры по Красной Поляне, тоже доведем эту работу. Определены места для установки павильонов под служебное помещение муниципального унитарного предприятия Лобнинское городское специализированное похоронное предприятие. А также определены места и объявлены аукционы на установку павильонов по оказанию ритуальных услуг и торговли товарами ритуального назначения на всех трех кладбищах. Вот, сегодня мы договорились и продолжим работу по упорядочению вот тех могил, где производится захоронение неизвестных лиц. То есть в Луговой это вот как раз отведен специальный участок, и мы договорились его привести в порядок, обозначить его, и там тоже должно быть, ну, все по порядочку, все как положено, с соответствующими записями, с ведением реестра. На Киевском кладбище демонтируются хозяйственные постройки и выносятся за пределы его границ. Продолжается инвентаризация и паспортизация захоронений. На Киевском кладбище уже инвентаризировано порядка 70% захоронений. В дальнейшем предполагается создание электронной базы данных по захоронениям на всех городских кладбищах.